Так, ребята, приехали мы на охоту. Вот, лазим по вот таким дебрям. Потому как погоды нету. В поля лезть бесполезно. Там все раскисло, расквасилось. Остается только по таким травкам полазить. Так что, желательно ни пуха ни пера. Ну вот они лисиморы, да? Вот так вот. Или просто лисичка порылась глубоко. Вот так, ребята, зайчик ушел. Направо. Все. Фу. Жу, нельзя. Нельзя, молодец. Вот так, ребят. Фу. Хороший. Хороший зайчуганчик. Красавец. Так прикинь, кум, могла быть норма. Два видел. Тот меня спалил, прикинь. Я иду. Хороший. Спасибо. Короче, иду, он как по травке, прыг, я ж чик. Он типа текать с пятерки, что вот меня поразило, знаешь, я думаю, что-то вынос мало, ты брыгом, брыг и упал метров в чем? 25. Не слышал. Ну слушай же, он падает, я ж чик, смотрю, лапами дрыгает, ну как бы все, да? Я к нему, оттуда еще один заяц несется, понял? Он меня видит, я раз, а уже деревья, то есть, ну, не хватило какой-то доли секунды, чтобы порой. И он, смотрю, там как бы мелькает что-то, думаю, сейчас может сзади меня, ни хрена, видно, назад так и пошло. Так что мы сейчас туда и... Фух, хорошо. Пятерка, ку, вообще, я ж тебе говорю. Ну, тройка. Ну, тройка то же самое. Ну, тройка, вижу, к единице как бы ближе. Так. Ова. Ова.
Ого! С полем! Он такой где-то вот отсюда подрывается. Ну, лежал вот, наверное, где-то тут в кустах, видишь. Да сейчас. Я сейчас тебе дам. Ты его хорошо, я смотрю, примочканул, да? А, вон, красиво. И так отлично. Откуда вылазь? Добыли мы с напарником. По зайчику идем к машине. Видели сегодня 5 штук. Поэтому охота удалась.